Вот мы заехали в тандырный дом, взяли шашлыка. А ну-ка, давай. Такой шашлык. Шикарный шашлык. Очень вкусный. Грибочки зажаренные. Да. Пожалуйста. И лаваш. А, еще салатик, но нет прибора. Салат. Да, приборы мы забыли взять. Ничего. Ну, очень все круто. Очень вкусный. Значит, если кто захочет, можете заехать с собой на природу, взять. Вот так мы катались на великах. И остановились возле речки Валютки, да, покушать. Ну, не воняет тут хорошо, срача нет рядом. То есть, те, кто приходили, ну, тут видно, кострище было, убрали за собой. Все, занимайтесь спортом, ешьте мясо. Здоровую еду, мясо, да. Прикольно ехать.